15 октября завершился онлайн-этап национальной переписи населения. Так, в электронном формате ее прошли меньше трети всего населения региона. Это 173 тысячи человек. Показатели по домовому обходу еще плачевнее. Традиционным форматом на данный момент охвачено лишь 112 тысяч жителей области. Многие считают, что вопросы в анкете сформулированы некорректно. К примеру, касающиеся количества живорожденных детей или планов уехать из страны. Кроме того, респонденты отказываются делиться данными о своем доходе и личной жизни. Население смущает вопросы по доходной части, по рождаемости. Но все они связаны с теми или иными задачами, которые ставит перед собой государство. Если важно изучить социальную сферу, сферу занятости населения, соответственно, здесь ряд вопросов касательно трудоустройства. Если не трудоустроен человек, по каким причинам он не может приступить к работе, так сказать, да? По доходной части также вопросы были включены по поручению администрации президента. Министерство культуры изъявили желание расширить круг по языкознанию. Ковид не оставил себе, так сказать, не остался незаметным, да, поэтому включили вопросы по заболеваемости, по вакцинации ковид, как сама пандемия повлияла на доходную часть населения.